7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Ну, это, собственно, Форсайт. Я сразу сказал 3504 и могу обосновать. Ну, обоснуйте. А, ну, где-то на косаре закупаем шампанское и водку. Ну, может быть, чуть-чуть больше, но не намного. Так. Курицу целую, жирненькую, моссельпромовскую. Так, это сколько? А, ее реально на всех хватит, если с гарниром каким-то дешевым, типа макарон. Ребята, и это же Новый год. Овощички, овощички, мандаринчики, значит... как раз 3504 будет, и всем будет хорошо. Спасибо. А как же праздничный гусь? Форсайт жжет, какой гусь. Да. Какой Форсайт жжет. Мне нравится, и главное, ты слышишь, ты слышал о Форсайте? У него... Действительно, потрясающий заряд вот этого позитивной энергии. Он говорит, купаем на косарик водочки, говорит, и шампусика. И там берем курочку моссельпромовскую, на всех хватит, клянусь, и макарончики, макарончики. И там овощички, и все, понимаешь? Вот человек, золото человек, золото человек. Всем таких друзей, всем таких мужиков в семью. Чтобы вообще ему ничего не надо было. Водочки и курочки, и все, правильно? Вот эти все стейки, вот этот непонятный, вот это вот, ему не нужно стейки, ничего. Стейки, гусь, утка с какой капусткой. Какой гусь? Хрустальный гусь, все, это вообще нам не нужно. Абсолютно. Моссельпромовская курочка, все, шпротики взял нашинские.